Всем привет, друзья! Я снова нахожусь на крыше дома Альберта. Да, хорошо было бы, если бы весь дом был Альберта, мы бы все здесь были вместе с вами летом. Вот, короче, я вам хочу показать тем, кто не знает устройство Махмутлара, кто сюда, возможно, приедет первый раз. Значит, смотрите, возле берега у нас набережная, собственно, дорога основная. Это идет трасса D400, она идет куда-то Мерсин, Гази-Паша, что туда, да? Да, Гази-Паша. Все это вот Мерсин, Гази-Паша, это трасса, вот где машинка едет. Это у нас D400. Параллельно ей идет вот Барбаросса улица, не путать с Барбадосом. И она центральная, эта улица Барбаросса считается. Вот эта вот башенка с часами, это как бы, ну, считается самый центр Махмутлара, да. Вот она, это Барбаросса. Идет она параллельно той трассе D400. Тут пройти до нее буквально 2 минуты. И следующая улица. Следующая улица у нас находится немножко дальше. Она находится в сторону гор. Вот сейчас вот... Так, сейчас показать. Ну вот ездят там машинки. Сейчас мы приблизим. И это у нас идет улица или проспект Ататюрка. То есть она идет тоже параллельно этим двум, которых я только что... Вот машины по ней едут, вы видите сейчас. Вот они едут, сейчас не едут. И она тоже как бы третья. Они все идут параллельно вдоль всего Махмутлара, собственно. Да, и вот еще одна. Тоже же, да, улица получается, еще одна. До... Вот это не Ататюрк, Ататюрк тот, да-да-да. А здесь получается еще одна, но мы... Да-да-да, я понял, ага. Вот. Ее показывал, да. А это, я не знаю, какая улица. И еще одна тоже, вот параллельно, где машина сейчас повернула. Тупик будет, вот. Тупик там, да, дальше? Вон. А, да-да-да-да, да, ее нету, получается, да, это тупик. Она нет, она вот здесь. Вот, пацаны, где на великах едут, она сейчас закончится, то есть она не идет дальше. Вот, смотрите, все, они поворачивают. И вот так вот выглядит, собственно, весь Махмутлар. Ну, насколько он далеко тянется, в самом конце еще не был, не могу вам сказать. Но вчера мы ходили в поисках рынка, который по вторникам, или позавчера, он находится довольно-таки не близко. Вот где, я не могу сориентироваться, но шли мы минут 20, точно шли. Где-то там рынок по вторникам, и рынок тот, который по... субботам, он вот здесь, вот за этими домами, вот, о, вот я сейчас приближаю, вот где флаг, и вот там рынок по субботам будет, по субботам я тоже обязательно его еще покажу. Вот такой вот он Махмутларчик.